Ну, а в первую очередь, как я сказал, нам потребуется вот это. И вот, допустим, вот такой вот внутренний какой-то диаметр. Мы сейчас его нагреваем либо это, либо это. Нагреем сначала для примера сгон. Вырубаем и начинаем нарезать резьбу внутри нашего уголка. Вот таким вот образом. Затем медленно, не спеша, выкручиваем. Главное это все делать ровно и не спешить. Я сейчас поспешил, но, допустим, эти окатыши, они легко убираются, и внутри все равно у нас есть резьба. Там есть нарезанная резьба. Да, конечно, не идеально, но есть. Теперь попробуем сделать это с трубой. В данном случае будем нагревать трубу, потому что тройник я не смогу держать горячим. Готово. Пробуем. Трубу уже видно. А внешний контур так прикольно подвернулся. Потихоньку выкручиваем. И получаем вот такой вот четко нарезанную резьбу. Попробуем совместить. Работает. И если все это еще залить герметиком по воде, то вполне себе классное соединение. Не находите? А я жду от вас комменты, лайки и напишите ваше мнение, делали ли вы так. Вообще интересно.